Водоканал повысит тариф на холодную воду, причем дважды, то есть в первое и второе полугодие 2019 года. Ценник для жителей Улан-Удэ в итоге вырастет на 25 рублей с человека. По словам руководителей коммунального хозяйства города, мера вынужденная. Небольшой в настоящее время тариф не позволяет выжить предприятию, не говоря о качественных ремонтах. Что у нас водоканал имел действительно большие убытки, и ему был установлен достаточно очень низкий уровень тарифа, ну и в целях сохранения нашего предприятия, так как это предприятие жизнедеятельности нашего города, одно из самых основных предприятий, было принято такое решение. По словам директора водоканала, в их тарифе до сих пор не учитывали затраты на топливо и часть других расходов. Идем на затраты, идем на убытки. Самое главное, чтобы у нас население было обеспечено качественной питьевой водой. По итогу, по году мы рассчитываем получить порядка 40 миллионов рублей. Итого эти 40 миллионов рублей покроют убытки и позволят водоканалу нормально жить. Что касается ремонта сетей, на них потребуется еще около 100 миллионов рублей, которыми предприятию, как правило, помогают из республиканского и государственного бюджетов.